Сегодня в Карелию на отдых прибыли на поезде участники СВО и их семьи. Для гостей провели экскурсии по знаменитым туристическим местам республики. Организаторами турпоездок выступили РЖД «Тур» совместно с Минобороны России. Это уже третий подобный рейс. Его путь начинается из Москвы, проходит через Карелию, Выборг и Псков. Когда мы увидели экскурсионную программу, она нам безумно понравилась. Вот. И вот с сегодняшнего дня мы начнем воплощать в реальность все то, что мы увидели на бумаге. Вот. Погода всегда в Карелии, в принципе, часто такая. Вот. Поэтому нас она абсолютно не смущает. Туристов встретил национальный ансамбль «Кантеля». Затем гости отправились на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Также в программе заявлены поездка на остров Кижи и посещение горного парка «Рускеала».